На сцене Дома культуры поселка Ильский зажглись новые звезды. Здесь прошел 17-й районный конкурс-фестиваль молодых исполнителей эстрадной песни «Зажигай». Приняли участие в нем солисты и вокальные ансамбли из разных поселений Северского района. Степень таланта конкурсантов оценивала профессиональное жюри. Репертуар исполнителей был разнообразным, от классических вокальных номеров до современных. На сцене появлялись и известные районные исполнители, уже добившиеся немалых успехов и признания, и новички, участвующие впервые. Алена Доценко в этом году выступала не только в качестве исполнителя, но и художественного руководителя нескольких конкурсантов. А это одна из учениц Алены, Анастасия Бондаренко. Спят в окопах, друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй, крепче сынишку. Знай, что вас от беды. Я сберегу. Фестиваль-конкурс «Зажигай» ежегодно открывает новые таланты и дает возможность любителям музыки со всего района проявить себя.